Благодарим ПГС Йенчу за сегодняшний брифинг. США глубоко обеспокоены нынешними препятствиями в использовании Лачинского коридора и растущими гуманитарными последствиями этой ситуации. Четко заявлю, препятствия для использования Лачинского коридора отбрасывают назад мирный процесс, они подрывают международное доверие к этому процессу. Они могут принести потенциально тяжелые гуманитарные последствия. Мы призываем правительство Азербайджана и другие стороны, отвечающие за безопасность коридора, восстановить свободу перемещения, в том числе для гуманитарных и торговых перевозок, как можно